значит, у них был выбор, да. Я им предъявил 5 фотографий или 6 и сказал, я из-за вас потерял авторитет. Меня назвали плагиатором за мои фотографии, потому что они там логотипы свои наклеили на мои сады Урала, да. Вот, я оказался мошенником. Я потерял денег, потому что меня перестало крупнейшее издание России печатать. А за каждое я получал от 1 до 2 тысяч. Причем у меня их заготовлено было еще 100. То есть, пожалуйста, в каждом номере. Меня же печатало 2 сибирские газеты, самые знаменитые. «Хозяйка» и «Сады Сибири». 10 лет в каждом номере. А здесь что получается? Ну, естественно, гоните монету 50 тысяч. Это меня еще друзья подзуживали. Говорят, не спускай ты это, сквозь бессребренником добыть. Вот. Обещали убрать фотографии, убрали, но не все, потому что они не знают, еще там есть, как бы мина замедленного действия. Смотрите, как это выглядело. Вот. Очень много, вот если Миролео когда-то меня увидит, все-таки, очень много людей откликнулось. Там вот такие были эти. И причем оказалось-то, и без меня там уже это, то есть не черта. Александр, я садовод с 40-летним стажем. За эти годы закопал в землю с рассады сумасшедшие деньги, приобретая посадочный материал от российских питомников. Практически от всего приобретенного этих давно отказался. Качество не соответствует. Приходится искать садового опытника. Вот. А сейчас к чему? Они, знаете, как это, выкручивались. Они меня пригласили в гости. На эти деньги лучше бы отдали мне. Я поехал бы туда. Ой, что было бы. Ой, что бы было. Но это ладно. Значит, что получается? Получается, вот это вот. И было вот это. Ну, сейчас не будем открывать. Это мое сообщение о том, что они это украли у меня, да? И вот она и есть, да? Дело в том, что это торчит, это как нарочно, как назло. Я включаю компьютер, включаю погоду. Вот она, заказать, выгода. Вот, я обращаюсь к Миролевой. И она уже наверняка локти кусает, лучше 50 тысяч бы осталось, да? Вот, но хотя бы, ну, то есть мне пришлось бы заткнуться, по-русски говоря, правильно? А сейчас там у нее опять все равно мои фотографии маячат, раз. Продолжается количество этих самых, все больше и больше и больше людей, которые узнают. А главный вопрос, переписка вначале, мы выращиваем 35 лет, потом, а мы, оказывается, не плодопитомник. Какие от нас могут быть фотографии, откуда у нас урожай? Мы просто питомник. Тогда возникает вопрос, если вы выращиваете абрикос, так же, как попался этот самый. Тимирязевка попалась. Агроном Тимирязевки, который раскручивает саженцы, Павел Троценко его так прижал, что он должен сказать, а у нас где мы возьмем фотографию, у нас абрикос не плодоносит. Я ему вопрос задавал, теперь я Миролееву задаю вопрос. Пожалуйста, объясните так. Вы, оказывается, не плодопитомник, плодов нет, оказывается, питомник, где вы берете косточки, которые должны поросить, если вы питомник, где вы берете веточки, у вас маточного сада нет, все фотографии с интернета, включая мои, где, и делаете ли вы это, или просто к вам, как тоже, они как обычно говорят, многие отвечают. Мы берем в питомнике, не просто это, на доращивание. Да, на доращивание раз, а питомники называют мировые, а это значит Италия, ну то есть, наверное, зарубежные. И вот я сейчас хочу вас спросить, пожалуйста, еще не поздно, вот, и потом все это исчезнет, как дым, потому что люди быстро забывают, и вас также будут покупать, вот, где вы их взяли, саженцы, или где вы взяли подвой, или сразу готовые саженцы, где, откуда, вы уже ссылались на другие питомники, какие, назовите, я хочу узнать. Если рядом омский питомник, черешнями торгует. Ни одной черешни нету, кроме Бодлера, во всей Сибири, да? Прошу не путать с дюками, с гибридами. А они торгуют вовсю. Я вот это понять не могу. А люди же покупают. Вот. Сами довели до этой ситуации. Сейчас опять, сейчас Юрий Владимирович возьмет
из этого вебинара вырежи этот кусочек с вашей фотографии отдельно и разместит, а потом еще попадет в гостевую книгу ко мне, потом попадет в этот, снова как было, Пикабу, потом попадет в этот самый ВКонтакте, потом попадет в Одноклассники. Вот. Ладно бы не врали бы, но зачем было врать-то? А то главное, что было сделано, так хитро было сделано, что я еще, так сказать, сволочь, оказывается. Вот и вопрос, откуда дровишки?